Вот это находка. Идем. Рад встрече, Брок. Придумай имя твоей зверюги. Ей, сраная благодарность! Эй, сраная благодарность! А ну иди сюда! А хорошо! Ты бросил меня в бою. Да. Люди — это одно. Со всеми прочими ты сражаешься, пока я не остановлю или мы не погибнем. Ясно? Выполняй обязанности или повернем назад. Я понял. Хорошо. Мы снова здесь.
Аккуратнее, а то ведь костей там не соберете. Выглядит заманчиво. Здесь. Yeah.
здесь. Еще такие. Отлично. Я уж думал, не выберемся. Я не дам нам погибнуть.
Что? Сюда. Ух ты! Никогда не был так близко к горе. Огромная. Жаль, мама не увидит. Идем, сын. Еще одна для коллекции. Эй, посмотри! Что это? Мальчик. Смотри, тут начертаны руны. Что сказано? Вдвоем, втроем ли, мы станем одним. Но одному не быть таким. Загадка. Может, где-то тут есть подсказка? Возможно, эти кольца должны вращаться. Кольца вращаются. Спускайся. Все равно непонятно. Мальчик, и что нам говорят руны? А, тут сказано «семья». Это не подсказка,
Ответ! Из одного не выйдет, смотри. Да? Напиши эти руны ножом на песке. Чего? Кинслоу! Что-то есть! Хорошо, что встретили Брока. Но еще лучше, что уже уходим. Это уже позади. Сын, чьи следы? Может, кабан? Не знаю, но я найду. Иди. Воину важно не терять свои навыки.
сердце! Вот, что написано. Руны — символы трех норм.
Норн? Судьбы. Судьбы. От них добра не жди. Ладно. Куда же? Сын. Хм, интересно. Пожалуй, стоит записать. Куда же мы теперь пойдем? Я слышу впереди твою добычу. Я знал, что кабан. Теперь не спеши. Натягивай до груди. У кабана толстая шкура. Ну, я же попал, да? Я попал, но стрела отскочила. Может, он волшебный? Сам как думаешь? На вид это очень странный кабан.
Так догоняй.